Кусы. Привет, пушистые! Это Жермес, и мы занимаемся великолепной историей сейчас в замечательное воскресенье. А именно охотимся на покемонов. GPS — это величайшее изобретение. А, шалом, шалом, коты! Величайшее изобретение всех времен и народов позволяет нам, здорово, кот, отсматривать и хватать этих животных, карманных монстров, покемонов. Да, это точно. Настрой отличный. Вот я теперь пытаюсь прям с вами в реальном времени. Да прекрасно, прекрасно, коты. Что значит шпихуаешься? Шпихаешься? Спекаешься? Или валишься? Я не гангстер, я охотник за покемонами. Вот где-то они там, да, где-то они вот сейчас вот бродят. Жара, не то слово. Вот два. Бах-бах. А, привет, амиго. Бум. Тум. А, черт. Улетел. Покемоны. Покемоны, если кто не в курсе, это великолепный. Фу, все время люблю повторять слово великолепный. Это основной тренд сейчас в игровой индустрии. Покемоны — это все, кто окружают тебя. Какая тёлочка? Никакой тёлочки. Одни покемоны. Где жена тёлочка? Откуда я знаю, где жена тёлочка? Вот попробуй объясни, отличи обычных от настоящих покемонов. Вот он. Фух. Поймал покемона. Бам. Вот тот на велосипеде, это точно был покемон. Покажи себя. Я не покемон, да. Подкупающее предложение. Ты думаешь, что я покемон? Нет. Я самый настоящий. Жермес. Ну где? Где покемоны? Это крепость, это темница, как раз это point of Pokemon. Бабах, тудух. Где? Вон там, да? Да вон в крематории, наверху две трубы дымят. Вовсю, там покемонов сжигают. Чёртовы чертям. Лени. Какой лени? В какую воду? Вы чего, покемоны? Вы вписались в мой эфир? Сами прыгайте в свою воду. Никакой воды, никакой лены. Ничего подобного. Сейчас он выпрыгнет. Выпрыгнет окаянный. Я чувствую. Он где-то рядом. Вон, наверное, вот эти три. Ага, я боюсь их. Или вот эти две. Бабах, бум. Барабам. Покемоны устроили себе пикник на обочине большого города. Да ничего, погугли. Погугли и поймешь, что за покемоны. Они живут среди нас. Спокуха. Сейчас найдем покемона. Да какая фишка? Нет никакой фишки. Вот они. И вот еще бежит. Все, коты. Все покемоны пойманы. С вами был Жермес. Любите друг друга. Слушайте группу Арабески. Пока.